Женщина – это отражение любви мужчины. И это мое самое прекрасное отражение. Что такое клятва? Клятва – это обещание или заверение. Клятва в верности или верности. Обещаю быть тем, кто будет заставлять тебя смеяться, плакать от радости или улыбаться. За 9 лет мы с тобой прошли, перешагнули и споткнулись о многое. Но если чему-то суждено случиться, то это обязательно случится. Я благодарю судьбу, жизнь и тебя за то, что у меня есть возможность держать за руку настоящего мужчину. Мужчину, с кем не страшно согнуть гору и поставить все на красный. Ты именно та, с кем я хочу связать свою жизнь с самым крепким узлом. Связать каждую часть себя. Я обещаю. Я клянусь быть с тобой всю твою жизнь и сделать ее невероятной. Обещаю любить тебя, Таня. Любить, сохраняя тепло. Я люблю тебя.